Ой, здрасте еще раз, привет, ну мои друзья, акробаты. Тут снег идет. Не, метель, девки, мальчишки, метель, просто метель. Снег, метель, ужас просто, друзья мои. Вот, как-то так. Ой, смотрю на улицу я и вижу, идут люди. И пойду и я, друзья мои. Знаете, что хочу сказать? Я видео, когда снимаю, это я просто дурачусь, девочки-мальчики. Ну, как сказать, концерт одинокого артиста, прости господи. Когда вы ходите в театр, да, или там в этот оперный балет, или Щелкунчик посмотреть, либо там кино посмотреть, ну, либо там на клоунов цирк, да? Ну, и ходите, да? Все же ходите, да? Так вот, ТикТок, или там YouTube, или там Instagram, да? И там другие соцсети, да? Они для этого и созданы. Если вас не... То есть, если в театр не взяли, вы же заходите в YouTube, чтобы... Или там в TikTok, чтобы повеселиться, отдохнуть, да? Вот. Посмеять, чтобы другие люди посмеялись. Это же все бесплатно, все, да? Ну, тут... Да, конечно, я понимаю, что надо платить за интернет, там... Пуси-пуси, Wi-Fi, 4G, 5G, ну, да, конечно. А если бы, конечно, не было вот этого вот, чем раньше люди занимались в Советском Союзе, да? Чем? Они рожали детей, потому что не было этих гаджетов всяких, да? А сейчас люди не... Люди рожают, конечно, рожают за материнский капитал, тырым-пырым, гастепырым, конечно, девочки, мальчики, да, да, всякие там болезни, херезни, да, тут появились вот сейчас, тут вот это вот, да, у нас гаджеты, ну, у нас то одна начинает, то есть вот эта вот гадость пришла, то сейчас вот другая, все хотят что-то нахайпиться, да, ну, хотят вот это все сделать, да. Девочки, мальчики, ТикТок для того создан, чтобы посмеяться, но не выкладывать вот эту херам ересь, понимаете? Вот.